Сьогодні у нас в гостях бренд-шеф ресторану «Барви» Сергій Байсаревич. Я взагалі самоучка, по большому счету. Я начинал просто повара. Все зависит от желаний человека. То есть лично я могу там блюда переделать 10-15 раз. Но оно всем нравится, мне не нравится. Да? Где навчатись? Для начала нужно накопить деньги. Потом можно поехать, например, в Баски кулинарный центр. Их всесвіт відрізняється від нашого? Это как Марс и планета Земля. И понимаете, суть какая? Поддержки-то особо-то нету. Все, ютубчик, там, своими силами поехал, там где-то пассажировался. Все ж таки, яка ваша характерна риса вашого ресторану? То есть мы там используем всякие фишки, там, відморішки. Вот на фудпарингах у нас очень много было, в принципе, иностранцев. Даже с Бразилии были. Представляете, где Бразилия, где Барва ресторан. Живенько в ресторане должно быть. А вы мрієте про мишленівську зірку? Я говорю, я сейчас снимаю китель, я еду за награждением, там выйду на сцену. Ну, чтобы они сказали, вот это красавчик. Всім привіт, мене звати Валерія і це новий випуск «Ви ресторатор». Сьогодні у нас в гостях бренд-шеф ресторану «Барви» Сергій Байсаревич. Сергій, я вас вітаю. Здравствуйте. Наскільки нам відомо, у 2017 році ресторан «Барви» став володарем сковорідки від премії Національної ресторанної премії «Сіль». Да. Як ви вважаєте, в чому секрет успіху? В роботі з всією командою, в качестві, в тяжкій роботі всей команды, да, то есть тут просто интересная история произошла в принципе, как мы ее получали. Ну, мы не подавались, мы подавались в прошлом году, и на следующий год нам ее дали. Как это произошло? Нас выдвинуло жюри на данную премию. Мы как бы до последнего не верили, что мы куда-то попадем. Вот, и пришло время награждения. Мы, никто из наших, скажем так, сотрудников, там, директоров, учредителей, никто не пошел на награждение премии «Соль». Вот. И я просто включил прямой эфир. Мне было интересно, кто в каких номинациях победил. И как раз у меня проходил ужин по фудпарингу. И я смотрю, приходит наша номинация. И очень долгое было предисловие человека, который награждает. И я же, давайте уже быстрее, мне уже интересно, кто же получит это все. И называют «Барвой». Ну, то есть это на самом деле было очень-очень как-то, прикольно. Ну, прикольно, наверное, это мало сказать, прикольно. Ну, потому что ты этого не ожидаешь, и тут тебе на. Ну, просто за сковородкой никто не вышел, нам ее передали. Я говорю, я сейчас снимаю китель, я еду за награждением, там вийду на сцену. Ну, це так були шутки. Ви пам'ятаєте, хто з вами був у номінації, які ресторани? Чесно сказати, не помню. Ну, це не важливо, в принципі. А скільки тоді ресторану було на той момент? Ну, зараз 3, мабуть, 2. Просто там змінились правила на національній премії «Соль». Там... Методика голосування, мабуть. Так, да, там спочатку определені люди голосували, там ресторатори, да? То есть, ну... Це не зовсім об'єктивно. Вот. І просто как-то, это лично моє мнение, но просто мне кажется, что это было, как вы сказали, не объективно. Не хочу там какие-то кого-то обижать, но сейчас, мне кажется, более объективно, когда сменилось жюри и сама техника голосования. Ну, для вас взагалі це важливий такий. Слушайте, момент? Любая награда это очень важливо, любая, в принципе, это заряжает не только там меня, это заряжает всех на то, чтобы работать еще лучше. То есть это как вознаграждение за то, что ты делаешь. Понимаете? Ну, это очень круто на самом деле. А вы мрієте про мишленівську зірку? Та хто про нее не мріє, скажем так. Не, ну для деяких шефів... Слушайте, ну я очень часто тоже езжу, да, очень часто езжу там за границу, да, то есть хожу по ресторанам, и вы думаете, в каждом ресторане прям все там мега вкусно, там, да? Нет. Ну, в мишленовском имеется в виду, нет. То есть я могу с уверенностью сказать, что наша украинская кухня очень вкусная. То есть, ну, я, конечно же, понимаю, что мы привыкли к ней, к этим вкусам, да, мы на них выросли, да. Приезжает иностранец, ему может там тоже так же не понравится наша кухня, как мне не понравилась ихняя кухня, да, то есть. Но у нас очень самодостаточная кухня по вкусовым сочетаниям и продуктам. Да, у нас не растет авокадо, ананасы, но у нас есть свои, как бы, интересные овощи, фрукты, там, цветы и всякое такое.
А чим сучасна українська кухня відрізняється від традиційної? Слушайте, в любом случае мы все работаем над классиками. Угу. То есть классику, вы знаете, все придумано за нас уже давным-давно. То есть мы просто преображаем это в более эстетичный, модный вид. Угу. То есть да, мы немножко изменяем. В любом случае, гость приходит, он хочет получить, это лично мое сугубо мнение, то есть я никого не хочу обижать, он хочет получить знакомый вкус, возможно, переподанный. Я лично делаю как? Я меняю блюдо классическое, да, там, на 10-15%, да. Угу. Возможно, видом, возможно, там, какими-то текстурами. Из цього витікає моє наступне запитання, як при цих сучасних техніках зберегти оцю аутентичність? Ну, это уже умение повара, скажем так. Это уже умение там шефа и его работой с продуктами, да, его понятием, его видением данного, угу. данного блюда, как бы он хотел. Ну, понимаете, чтобы придумать блюдо, например, даже классическое, да, его переделать, немножко хотя бы переделать на 10%, это не просто ты сделал один раз, и у тебя все получилось. Ну, такого не будет, это сказки, понимаете? То есть лично я могу там блюдо переделать 10-15 раз, но оно всем нравится, мне не нравится, да? Я его пытаюсь хоть чуть-чуть что-то там доработать, понимаете? То есть постоянно какая-то работает в голове. В голове постоянно, даже не нужно находиться на кухне, в голове ты постоянно муссируешь эту информацию, угу. постоянно, понимаете? Ну, я говорил всегда, что поваром надо, наверное, родиться, потому что это на всю жизнь, наверное, мне так кажется. Зараз хвиля популярності сучасної української кухні і взагалі інтерес до української да. кухні. І заклади цього напрямку відкриваються з кожним роком все більше. Да. Чим барви відрізняються від, можливо, чи конкурентів, чи колег по цеху? Як взагалі ви відноситесь до цих ресторанів? Та я отлично відношусь. Нам же треба популяризувати нашу кухню, нашу вкусну кухню. Ну, то есть, чим більше, тим краще, щоб українських ресторанів було... Наверное, как минимум 50% от того, что сейчас есть в Киеве. Ну, понимаете, у нас все на бизнес заточено. То есть все любят итальянскую кухню, угу. там, китайскую, вьетнамскую. Ну, а украинских ресторанов ну, не сильно много. Ну, это не то чтобы печально, но все идет к тому, что украинских ресторанов будет больше. Но все идет от туриста, понимаете? То есть все завязано на туристическом уровне. То есть от локации, от ну, многих факторов. Все ж таки, яка ваша характерна риса вашого ресторану? Смотрите, у нас ресторан, в принципі, був... Яка історія? На його місці должен був бути китайський ресторан. Угу. Вот. Потім собственники ресторана быстренько переосмислили і поняли, що нам не вистачає вот именно української тематики, то есть українського ресторана в Києві, да? То есть в то время була із прогрессирующих ресторанов была только канапа. Ну, угу. это лично мое мнение, как бы, и мы тоже захотели что-то, но у нас немножко другой концепт, понимаете, у них, у нас посадок побольше, да, то есть, но мы с нашим барменом занимаемся, например, самовыражением, да, то есть самовыражение наше состоит в чем? Мы делаем вечера фудпэринга, угу. то есть мы победили в конкурсе по фудпэрингу, который бармен-диктат организовывал. Это бармен в паре с поваром, вместе готовить, чтобы было максимальное сочетание между коктейлем и блюдом. Угу. То есть, как вот готовят под вино, у нас под коктейль. У нас очень крутой бармен. Вот, Назар Макаров. Назарчик, я про тебя помню. И мы выиграли и начали, вот почему-то нам захотелось сделать эти вечера. И у нас уже есть сет, 7 или 8 сетов мы готовим каждый раз за баром, с гостями общаемся. То есть, это по-своему специфическая, как бы, вещь. Есть классическая еда, опять же, переделанная в меню, понятная. На, ведь на эти вечера же люди приходят, гости приходят, чтобы попробовать с украинских продуктов, но вообще что-то новое. Угу. То есть мы там используем всякие фишки, там, ведмаришки. Ну, самовыражаемся, как говорится, понимаете? Ну, есть успех, уже вот как 2 года мы этим занимаемся, и еще бы было время на все это, ну, а так, в принципе, все хорошо. Я гадаю, що ви часто відкриваєте для себе якісь цікаві, незвичні продукти. На вашу думку, який український наш локальний продукт да. є найбільш недооціненим? Слушайте, у нас багато продуктів недооцінених. Ну, їх просто не мірять на самом деле. Ну, я не знаю, но мені кажется,
ну, чтобы выбрать один из 100, я скажу, там, например, свекла, ну, к примеру. Угу. То есть я считаю, что много продуктов недооцененных, да, ну, конкретно сейчас скажем свекла. То есть мало кто с ней работает, сейчас уже больше начинает работать. Вот. Может, со свеклы же можно не только там борщ варить или там салат со свеклой сделать с орехами, да? То есть можно и десерты делать. То есть это все зависит от знаний повара, опять же говорю, да, чтобы больше знать техник разных, чтобы ее задействовать в разных как бы сочетаниях и в десертах, и в салатах, и в супах. Ну, очень много. А де ж молодому кухарю ці знання шукати? Ну, слушайте, надо... Где навчаться? Я вообще самоучка, по большому счету. Я начинал просто повара, да. То есть мне было настолько интересно все, что я просто сделал работу на своем процессе, это я так начинал, и я бежал на другой процесс и работал там. Это было все за бесплатно, только потому, что мне это было интересно. Угу. То есть я, когда приехал в Киев, то есть... Я не знал, что я хочу быть поваром. Я приехал просто на самый черновой процесс, меня поставили, я просто там работал. Меня просто это так зацепило, то есть мне очень понравилось, то есть вот эта детализация всего. То есть я понял, что, наверное, я буду в этой сфере. Ну, опять же, я не знал, до чего я дорасту в этой жизни. Ну, мне понравилось очень сильно. Где навчатись? Там, в Украине, чи взагалі в світі? Слушайте, ну... Чтобы поехать за границу поучиться, это нужно собирать денег. Угу. То есть можно постажироваться, договориться, например, с какими-то шефами заграничными, да, поехать постажироваться, то есть за бесплатно. Но в любом случае это перелет, проживание и... То есть для начала нужно накопить деньги. Потом можно поехать, например, в Баский кулинарный центр, да? Ну, например, вот мы там были. Опять же, мы не учились там долго, это было больше повышение квалификации, недельный курс, вот. Мы там работали с текстурами, там, с азотом, с более модернистскими техниками. Вот. Ну, на самом деле школ очень много разных. И в Италии, там, повсюду. То, мне кажется, в любом случае для начала нужна практика. Угу. Хорошая практика. Вот, это лично мое мнение. То есть, потому что приходят вот после нашего училища повара, но они вообще ничего не знают. Ну, элементарные вещи. Или они так учатся, или им это неинтересно. Тут одно из двух. То есть все зависит от желаний человека. Если он этого хочет, он будет добиваться этого. Если он параллельно ему, он не будет как бы хорошим поваром. Ну, это закономерность, как в любой сфере. Нужно хотеть этого. Вы готовы себе на кухню взять такого? Конечно, я всегда хочу, знаете, вот уже с опытом я понял, что лучше взять молодого и его немножко поднатаскать. Он, понимаете, он чувствует с годами, он делает то, что ты от него требуешь, да? Угу. Он тебя понимает с полуслова через 3-5 лет. То есть, потому что он впитывает твои знания, и вы общаетесь на одном языке. То есть, да, будет сложно. Ну, молодого взять и привести в чувство, понимаете? Будет сложно первое время. Но потом, я думаю, будем пожинать плоды хорошей работы. Коллеги по цеху, чья работа вас там надыхает, чи импонует? Да, слушайте, ну, все молодцы, кто добился успеха, кто работяга. Честно сказать, я не могу никого выделить. У нас вот слишком много хороших поваров, которых я не хочу сейчас переназывать имена. На самом деле, их очень много, и молодые есть очень классные, то есть... Я думаю, что в этом наша страна правильно движется, то есть люди, повара ездят, развиваются, там, обучаются, не стоят на месте. Я думаю, что... И понимаете, суть какая? Поддержки-то особо-то нету, понимаете? Угу. Все, ютубчик, там, своими силами поехал, там где-то постажировался, все своими силами, нету там поддержки государства там какого-то, да? То есть вот эти моменты немножко, как сказать, эти моменты очень сильно выбивают людей из колеи, когда вот он старается, но нету фидбэка от тех же учредителей, да, то есть... Взагалі тусовка шефів – це дружнє середовище? Ну, є, кучками розбиваються, ага. Просто. Ну, ні, от я замітив, що от барна індустрія, да, то есть, я ж общаюся плотно з нашим барменом, от, вони більше дружні всі вместе, да, у нас як-то все більше по кучкам, я не знаю чому, то есть, я, в принципі, со всеми хорошо общаюсь і дружу, і... Никаких там ни любви к кому-то у меня нету. Просто больше времени нету, чтобы с кем-то увидеться, знаете? Да? Угу. А конкуренция відчувається якась? Да какая конкуренция? Ну, в принципе. Тут же ж ты делай, да? А кто тебя оценит твою конкуренцию? Твой гость. Угу. В чем конкуренция? Ну, то есть, да? Если у тебя в ресторане много гостей,
Ну, типа, это показатель, да? Если их нету, то конкуренция отпадает сама собой. Правильно? Все логично. То есть не надо там с чем-то соревноваться, меряться чем-то, да? Все просто. А ви згадували про конкурс фудпейрінгу, який був у бармен-диктаті. Взагалі, які конкурси вважаєте гідними, в яких варто приймати участь і взагалі, як ви ставитесь до конкурсів? Це на самом деле от конкурс, да, от я не хожу на конкурси, в принципі. Ну, как бы я не знаю почему. Не то чтобы я боюсь, но просто это очень сильно много забирает энергии. Угу. Слишком много, да? То есть мы сходили на фудпейринг, и я понял, что это на титанический труд на самом деле. То есть ты это блюдо должен приготовить там 20-30 там, так это как бы было на уровне Украины. А представляете, если там на мировую, там одно блюдо то же самое, надо там приготовить на 150-200, а то и больше раз. Это энергетически очень сложно, плюс затратно. Потому что никто не захочет тебе оплачивать твои продукты, эксперименты твои, понимаете? Это все на свой карман. Угу. Я не знаю, может, я уже как бы взрослый человек, мне как бы это и не хочется. Не знаю. Может, молодые сейчас ходят, им это интересно, они как бы... Ну, это круто, мне кажется. То есть, если ты пришел, ты уже переборол страх, и ты делаешь... Самовыражаешься, скажем так, да? Ты не делаешь там какую-то прям классику, да? То есть, это, по сути, то, что мы делаем здесь на ужинах. Самовыражаемся, делаем то, что хотим. То есть, в первую очередь, это развитие. Все одно это какой-то крок вперед. Конечно, 100%. То есть, это, ну, на самом деле, конкурс пойти – это тяжелый как бы, титанический труд, и перебороть нужно страх. Вы шеф ресторану. Что для вас теперь крок вперед? Классный ресторан? Ну, слушайте, знаете, я вот очень часто об этом думаю, и я... Наверное, понимаю, что вот если открываешь ресторан как шеф, да, например, мне кажется, это больше будет гастрономический ресторан, да, это, опять же, не должен быть большой ресторан, потому что вот, когда ты работаешь на кого-то, есть там директор, учредители, там, собственники, вот, они, как сказать, ты даешь блюдо на дегустацию им, да, они уже понимают с точки зрения потребителя, они не повара, с точки зрения потребителя пойдет оно, как в продажу или нет. Я же как бы, да, что, я повар, я хочу так накрутить, чтобы это было кому интересно, не потребителю, а моим коллегам, понимаете? Чтобы они сказали, вот это красавчик, но это денег не принесет, понимаете? Ну, придет к тебе один раз повар, ну, второй, ну, все. Тобто амбиції шефа і амбиції ресторатора – це різні речі? Ні, я не говорю, должен быть с тобой человек, скажем так, в тандемі, там, который будет постоянно опускать тебя на землю. Вот и все. Я так думаю. А единолично шефу открывать ресторан? Ну, видите, за границей открывают, но, опять же, говорят, что открывают шефа. Но мы же не знаем, кто есть за спиной у шефа, правильно? Этого же никто не афиширует. И у нас пока что, мне кажется, слабая культура ходить на шефа. Она очень такая еще со 100%, наверное, 10%. Это лично мое. А какие перспективы развитку? Коли ну, что, будет, так, коли мы будем готовы? Так не все сразу. Киев же не сразу построился, правильно? То есть надо идти к этому, надо работать, всем вместе сообща. Кто-то ездит, там, показывает за границей украинскую кухню, кто-то в Украине, туристы приезжают к нам. Очень много туристов у нас в ресторане. То есть приходят, кушают, заказывают, нравится, пишут отзывы. То есть, работа идет потихоньку. Вот на фудпейрингах у нас очень много было, в принципе, иностранцев. Даже с Бразилии были. Представляете, где Бразилия, где бар в ресторан. Далеко когда. Вот. Им очень понравилось, на самом деле, очень. То есть живенько, живенько в ресторане должно быть. Я гадаю, что сучасна українська кухня не єдиний ваш напрямок. Слушайте, ну, это грех быть в одном напрямку, да? Угу. То есть, я же говорю, повар должен быть всесторонний, да, повсюду по чуть-чуть, и потом с этого всего слепить, как вы говорите, что-то интересное. Ну, задействовать кучу техник и сделать чуть-чуть французской кухни, чуть-чуть там, я имею в виду техник французских, да, там каких-то чуть азиатских, и получилось интересное украинское блюдо с украинских продуктов. Но чтобы это не было, понимаете, я не знаю, как правильно вам объяснить. Вот мы в ресторане практически не используем импортных продуктов. Угу. То есть это на 99% мы их не используем. Есть там одно блюдо, которое там, ну это такое. Я не считаю его там прям, оно не выделяется. Вот. А 99% продуктов мы берем конкретно украинские.
То есть у нас есть дичь, у нас есть украинское мясо, которое там мы покупаем на рынках, в магазинах, овощи точно так же, зелень. И слепиться этого, поверьте, достаточно сложно. Почему? Потому что качество украинского производителя постоянно разное. Понимаете? Вот. И ты вроде делаешь все хорошо, а завтра приходит гость, говорит, сегодня стейк жесткий, а вчера он был мягкий. Нету стабильности. Вот так. Скільки часу ви проводите на кухні? Сказать честно, сейчас не сильно много. Хотя то, что я не нахожусь на кухне, не означает, что я о ней не думаю. То есть, понимаете, мне, я когда-то думал, когда был поваром, да что там шеф делает, ничего не делает там, да? Сидит там, куняет себе там в телефоне там, или в книжке какой-то работает. Но на самом деле лучше физически поработать и не думать о том, как тебе там новое блюдо сделать, там что-то еще, там какие-то проблемы кухонные порешать, понимаете? Вот. Честно сказать, лучше поработать, но, опять же, все упирается там в финансовую сторону, да, то есть шеф много думает, много решает, ну, и от этого растет его левел и финансовая сторона. Ну, это как бы правда. А скільки годин в день ви працюєте? Все по-разному. Я же говорю, что под вашим пониманием працюєте? Мені просто хочеться, зрозуміти, змалювати собі, скласти пазл. По-разному. Ваш робочий, фізичний стандартний день. Фізично я работаю мало. Фізично работаю мало. То есть я могу в неделю поработать 2-3 дня там физически. Там, не то, чтобы я стою на процессе и это делаю. Понимаете? Я стою, например, на раздаче, смотрю, что они, что делают повара, и я уже это работаю, понимаете? Такая у меня работа. То есть наблюдать, там, устранять ошибки, там, общаться с ними, то есть, чтобы их зарядить на позитив. То есть очень много факторов. Как відновлюєтесь? Чем надихаетесь? Домом, женой, поездками. То есть все это в совокупности. Очень нравится вот, путешествовать, пробовать какие-то интересные новые вкусы. Вот недавно были в Сан-Себастьяне, попробовали баскскую кухню. То есть прикольно. Опять же, в том же, там, где находится Баскский кулинарный центр. Мы в прошлом году были как студенты, а в этом году приехали как туристы. Просто погулять. А взагалі, які ваші враження від кулінарного центру? Їх всесвіт відрізняється від нашого? Это как Марс и планета Земля. На самом деле очень круто, космически. Но это, насколько я знаю, это поддерживается государством их, и там во главе этого центра стоят великие умы, кулинарии, то есть там рестораны там, с тремя звездами Мишлен, шефы их, этих ресторанов. То есть они держат все в тонусе. То есть, поэтому едут учиться туда. Если бы я открыл, был я там умом, да, ну, например, кто знает, кто я? Ну, там имеется. Никто. Ну, там распиаренные люди, которые уже на мировой арене заслужили авторитет, и государство поддержит это. Там очень крутой центр, на самом деле, очень. Які б ви відмітили заходи гастрономічні в нашій країні? Да любые заходы, какие проходят, это все круто, на самом деле. Любые вообще. Ну, конечно, чтобы от этого был фидбэк, да, то есть чтобы обратная связь была от того, что ты получил. Не пришел, просто посидел, заплатил деньги, да, и ты, а что туда пошел? Заплатил там денег, и, ай, ладно, там шеф, там, су-шеф, там, они там могут себе позволить, да, там, или фирма оплатила. А если идет повар обычный, там, да, ну, который там есть опыт уже, но он заплатил там нормально денег, чтобы, и он не получил знаний каких-то, да, то есть они ради чего идут? Не ради каких-то там фоток с шефом, да, там, они ради знаний каких-то идут. Ну, есть, конечно, которые идут ради фоток с шефами, там, да, иностранными. В основном все идут, чтобы получить знания. Тому же я питаю, чи варто їх взагалі відвідувати? Конечно, по-любому, 100%. Вообще не, ну, я стараюсь ходить на все, ну, по мере возможности, которые приходят в Киеве, которые приходят где-то в регионах, в других городах Украины, ну, бывает, просто нет времени на это, и поэтому я туда не еду. Ну, если приглашают там какие-то кубки делать, ну, поехать увидеть своих коллег, это очень приятно, и пообщаться, то есть, знаете, как в свою среду попадаешь. Цікавість до гастрономії в нашій країні, вона завжди така хвильова, хвилями. Да. Тобто була цікавість там до італійської кухні, потім грузинки були дуже популярні. Вони зараз популярні? Ну, вже не так критично, як раніше. І ось ця цікавість до сучасної української кухні, вона зараз так на піці. Виросла, виросла. Так. Чи нема у вас страху, що вже зовсім скоро вона піде на спад? Та чого? Та ні, я думаю, ні. Вона тільки почала.
подниматься. Ну, вже пару років. Скільки італійська кухня вже йде от, в Україні? Скільки? Ой, вже дуже багато. Наверное, більше, ніж нам. З вами, так? В годах, имеется в виду. Поэтому, мне кажется, это только начинается. Ну, сколько ресторанов вы можете выделить украинской кухни, которые интересны вам, конкретно вам? Три. Сколько итальянских есть? Ну, больше, чем три. Ну, вообще, в целом? А, ну, их безліч по місту. Я думаю, что все только начинается. Это, знаете, спрос рождает конкуренцию. Это прикольно, мне кажется, чем больше таких ресторанов. Но, опять же, мне кажется, что все это, знаете, как сказать, слишком много украинских ресторанов, если будет в Киеве, например, да, кто в них будет ходить, если нет туристов, да? Угу. То есть, если, ладно, ресторан находится возле какого-то бизнес-центра, там придут какие-то деловые вопросы решать, а если находится на Троещине, кто туда пойдет? В украинский ресторан, ну, скажем так, более там модернистской кухни, да, непонятной какой-то там, как общественное, скажем так, питание. Кто туда пойдет? Да никто не пойдет, ну, по большому счету. А як же з цим боротись? Мені кажется, нужно время, вот и все. Нужно время, чтобы культура наших гостей, не только там поваров, как говорят, есть и гости некультурные, да, чтобы их росла, чтобы они понимали, что надо локальное, родное надо возвышать, понимаете, рассказывать, какая украинская кухня классная, понимаете. А не говорить, ой, какая вкусная паста карбонара, понимаете, какой вкусный ролл. Ну, то есть, это не только работа поварская. Это работа всей страны, понимаете? Ну, я вважаю, що у нас все попереду, сподіваюсь. 100%. Дуже вам дякую, було дуже цікаво, і вам бажаю тільки нових звершень та нових перемог. Спасибо. А з вами ми побачимось вже наступного випуску. Не забувайте підписуватися на канал, ставити дзвіночки та лайки.